Буквально в эти минуты в областном центре завершилось заседание регионального правительства. Основным вопросом повестки дня стал ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Верхневолжья». Благодаря нацпроекту в регионе приводятся в порядок ключевые объекты – дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, туристические направления. В текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 километров региональных дорог. Это Тверь, Бежецк, Весьегонск-Устюжна, Осташков-Сележарова-Ржев, Тверь-Рождественна-1-Мая, Ильинская, М9, Андреаполь-Пена-Хитина, Рамешки-Максатиха, Бежецк-Кесова-Гора-Кашин, Торжок-Осташков, Торжок-Бернова-Старица, Вышний Волочок-Ясиновичи-Кувшиново. Кроме того, в Твери планируется отремонтировать участки 70 городских улиц общей протяженностью 61,5 километра.